Орлята всегда готовы прийти на помощь, а как правильно ее оказывать, ребятам рассказали и показали сотрудники Южного регионально-поискового спасательного отряда МЧС России. На уроке безопасности мальчишки и девчонки познакомились с современной техникой и способами спасения людей. Вместе с орлятами мастер-классы посетил мой коллега Игорь Хворостянов. Называется шланговое снаряжение. Сотрудники МЧС спасают жизни в воздухе, на земле и под водой. У каждого подразделения свое оборудование. Об этом ребята узнают на площадках, которые ведут специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда. Здесь можно услышать об особенностях спасательских операций, примерить на себя водолазный шлем или погладить служебную собаку из кинологического расчета. Задача привлечь самих детей в этот процесс, то есть мастер-класс. А не просто там показывают, вот это у нас бензорез, а дают этим бензорезом или там попробовать. То есть показывают не только это собака, а показывают, как собака работает. Показывают не только вот у нас есть такой вот ремонционный робот, а давайте с этим роботом поработать. Вася, что с тобой случилось? Почему лежишь? Вася не вступает в контакт. Второе, что вы должны сделать, это вызвать скорую помощь сами, либо дать команду ее вызвать. На мастер-классах орлята не только примеряют оборудование, но и учатся оказывать первую доврачебную помощь. Навыки они отрабатывают на специальном тренажере. Порядок действий, проведение искусственного дыхания и непрямой массаж сердца. За 5 минут мастер-класса ребята учатся быть готовыми к любым ситуациям. Это очень страшно, когда ты идешь, и тут лежит человек, ты просто иногда не знаешь, что сделать. Вот. Поэтому я думаю, то, что навыки этого мне пригодятся. На мой взгляд, самым интересным было откачивание пострадавшего. Вот. Это может везде пригодиться, так как это особо распространенные случаи. Еще одна площадка – помощь утопающему. Орлята под руководством сотрудников МЧС учатся правильно бросать спасательный круг. У Софьи Нефедоровой это получилось с первого раза. Кстати, однажды девушка уже спасла человека. Нам показывали, каким образом можно закинуть круг. Нам объясняли, как это делается. Нам показывали еще один способ – конец Александрова. Это было очень-очень интересно, и я думаю, это обязательно пригодится нам в будущем. Распределяйте веревку дальше. На уроке безопасности ребята узнают, что в своей нелегкой работе спасатели часто используют альпинистское снаряжение. Например, для транспортировки пострадавших. Эта система тросов и карабинов называется «троллей». С его помощью орлята самостоятельно транспортируют макет пострадавшего с крыши детского лагеря «Штормовой». Например, если у нас нету на земле точки, откуда заберет вертолет, мы поднимаем на высшую точку, и с высшей точки вертолет забирает с помощью лебедки. Или же, например, если на крыше что-то случилось и не можем спустить пострадавшего по лестнице, мы спускаем, натягиваем тролли и уже вниз его спускаем. Шансовый инструмент. На финальной точке мастер-классов аварийно-спасательные машины тяжелого и легкого классов. Они оборудованы техникой и снаряжением для пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Наша задача, чтобы дети как бы почувствовали, насколько вот наша работа спасателя. Ну понятно, мы же не справимся, что ли, чтобы они все пошли спасатели. Но по крайней мере, чтобы понимали, каков наш труд, что мы делаем. Игорь Хворостянов, Дмитрий Гришин, Аркадий Коваленко, телеканал «Орленок ТВ».